территорию, на котором расположен блошиный рынок Ретро. Он, конечно, работает ежедневно, но в эти выходные на рынке будут проходить любимые нами скидки. Мы находимся с вами на ретро-выставке в нашем рынке. Посмотрите, сколько народу. Приехали сюда уже до 10 утра. Поэтому, как вы видите, народу уйма. Уносят огромные полные пакеты. А все равно еще много-много-много всего. И мы, конечно, тоже бросились все скупать. Они смотрят по одной цене, ставят туда, где дешевле. Встретила здесь, ну, с Галочкой мы с собой встретились. И встретились еще с одной моей, не знаю, зрительницей. Подписчицей. Танюшей. Танечка, ну, расскажите просто. Мы встретились вот именно на заводе Ретро, она любительница, да? Да, ну, скажите да, да. Про себя. Ну, во-первых, мне очень нравится винтажная посуда. Собирала давно ее моя семья. Мама, папа, я очень люблю фарфор. Как я говорю, винтажную посуду. И здесь побывала сегодня второй раз. Очень понравилось. Не благодаря, конечно, Марии Винокотне, потому что у нее изумительные репортажи обо всем. О блошиных рынках, о выставках. Смотрю ее репортажи с большим удовольствием. Да, то есть вам и о красивых домах Москвы тоже будет интересно. Безусловно, да? И о даче, и о вашей там светелке. О, обо всем. Спасибо. А самое главное, не болейте. Спасибо. Показали свой репортаж из больницы, это, конечно. Мало хорошего. Ну, я из двух. Из первой было ничего. Спасибо большое, Танюш, всего вам самого хорошего. Таня не захотела сниматься, но это не важно, главное, поговорили. А вот гжель у вас, в этот раз очень много гжель, у вас гжель есть? Есть, мама моя собирала, но я ей вам не больше увлекаюсь. Не нужно, понятно. Да, я не очень. О, красивая, красота. Тут здесь только блюда, мама дорогая. Спасибо. Всего вам самого-самого хорошего. Удачи. Да. А вы? На Бауманской, около Елочского собора. А, ну... Может быть, еще где-нибудь. А, на рынке, наверное. Кстати, в музее Москвы будет завтра. Нет, завтра я не смогу. Ну, ладно, до встречи. И вам тоже удачи. Мой телефон, знаете, звоните мне, нет, может, встретимся. Ну, запиши. Да. И тут ажур, и там ландыши. Ну, какие-то вот приятные. Ну, это какая-то кружка. Да, причем с крышкой. И царь, как он красиво смотрится. Ну, да. Молочник великолепный. Да, невероятной формы. Пару сделали, да? Такое. Одинаково. И вот это, да. А вот это что такое, как вы думаете? Крынка с молоком, да? Ну, типа, да. Залежи какие-то, кто-то собирал. Это очень кто-то красивое. Собирал, да. Это кого-то была. Посмотрите, а это тут такая прелесть для салфетки тоже, для салфеток. Да, кстати. Просто прелесть. Очень симпатичный мужичок. Да. Вот и курница у меня есть только большая, а это маленькая. Хорошо. Вообще для салфеток какая смешная. Да. Одна другой интереснее. А вот смотрите, даже синий. Видите, из синего. Это вот. Тоже гжель? Да, это гжель синяя. Очень красивая. Я хожу с этими лекциями. Думаете? Ну да. Какая рыбка есть. А вот это большая рыба. Это большие, да. На нем у меня уже есть. Угу.
Ну, столько, столько интересного. Саша с тобой, нет? Ну пусть Саша сфоткает, отправит мне. Чего я попробую? Мам, ну... Я хочу здесь посмотреть. Посмотрите, сколько гжели. Гжели, гжели, гжели. Сервис так и не беру, даже со скидкой. Я поняла, это на всякий случай. Чайник какой, посмотрите. Какой роскошный чайник. Так, а это у нас... Вот не пойму. Вот, посмотрите. Какие рыбки, не рыбки, что вот это такое. Какая прелесть. Или вот это вот. Это уж попроще, но тоже с золотом. Это вообще сияет. А вот целый сервиз. Ну, мне кажется, кофейный. Ну, во-первых, вот сервизик. А это у нас какой? Кофейный, кофейный. Вешники сказочные, с ангелочками. Ой, какие огромные, посмотрите. Вот что бы вы взяли, друзья? Так много всего. 700 рублей, конечно. Ну, что бы вы взяли? Со скидкой 600. Вот чайничек. Вот какой красивый. Сказочный. Сталя тоже много, но гжель в этот раз просто роскошество. Под мёд, под всё. И чайнички любые.
новый. Какие чайники смешные. Это чайнички уже металлические, да, помните? Такие у нас были кружки, такие огромные металлические. Да. Да, можно оплатить. Да, отлично. И шапка 300. Что 300? 300 рублей. А, 3000. Я посмотрел быстро, думал, 3000. Нет, а скидка с нее будет или нет? Это вы в вещах там, да, взяли? Да, это вот тут вот прям рядом. Понял, там же, да. Где вот это. 3000. 2800. 2800? А скажите. Все скидывается. Сколько берут? О, какой красивый. 200 рублей все. Да? Вместо 400. Ну, очень симпатичный, кстати. А он внизу был там. А это ваше, да? Да, это мое. А вот это вот, скажите, что такое, конфетница, вазочка? Это из чего оно? Пластик, да? А, ну хорошо, интересно. Мне виноградная тема на кухне как раз. Да, да, да. Вот там девушка Ирина, если она там. Давайте я с ней подойду. Это вот я пока все точно беру. Да. Этот день я не забуду никогда. Это было какое-то сумасшествие. Ну, во-первых, день скидок. А во-вторых, видимо, поступила в продажу чья-то огромная, ценнейшая коллекция Гжели. Причем были очень старые предметы. Да и вообще, какие-то вот совершенно музейные экспонаты, которые до этого я никогда не видела ни в интернет-магазинах, ну и даже на самом заводе, когда я была на нем в два года тому назад, ничего подобного не было. И если бы вы знали, как я пожалела, что почти все предметы для конкурса я уже купила заранее. И все же... Даже здесь мне удалось купить, ну, две чайные пары и подсвечник. Вообще это было сколько? Уникально. Я поставила, но еще не знаю, что возьму из этого. Более подробно потом сниму. Ну, что за 100 рублей за 50, что за 200 – 100, что за 400 – 200. А ну, цены, вот, вот они везде. А вот те отделы, которые дороже – 600 – 400, которые 800 – 600 на 200. Там только на 200. Да. Потому что оно так хорошо встало. Нет, оно встало вот так вот. Да, оно. Оно у вас выходит за рамки, нет, не оно. Вот оно. Нет, это нет. Точно нет. Вот это точно не оно. Нет, но оно прям вот по этой штуке. Я знаю, что не оно. Не получится, уже перевели так. Чем нравится эта вазочка? Тем, что она тяжелая такая и... Видите, сколько покупаем. И, во-первых, сюда можно пойти, тяжело переворачиваться не будет. Там на любые цветы. Ну, это да. Но длинные все равно будем поставить сюда цветы. Ну, а длинные зачем? Я эту рынку тоже не буду брать.